Магистралу из-за гололеда временно перекрыто несколько дорог. В частности, трассы Ахтау-Форт-Шевченко, Ахтау-Каламкас, Кяхте-Тушикудук. На указанных дорогах на автомобиле выезжать опасно. В связи с резким изменением погоды и гололедом на некоторых участках дорог области на 75-м и 131-м километре трассы Ахтау-Форт-Шевченко, также на 89-м и 195-м километре трассы Ахтау-Каламкас, а также на 0-м и 22-м километре трассы Кияте-Тушкудок временно приостановлено движение для всех видов транспортных средств. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.